Жизни двух девочек сегодня унес огонь. Школьницы 13 и 14 лет сгорели в собственном доме в Иркутском районе. В здании был установлен противопожарный датчик, о возгорании сообщила одна из девочек, но почему-то спастись они не смогли. В момент пожара в здании был и сожитель их матери. Почему он не помог, еще один вопрос. Пока ясно одно. Трагичная тенденция прошлого года с гибелью детей на пожарах, похоже, продолжится в этом.